Всем привет, это Geek Sputnik TV, за мной Ёлка, а это значит, что Новый год уже почти здесь. У многих у вас он уже, наверное, начнется через реально пару часов. У меня здесь еще есть 12 часов минимум до того, как он начнется у нас. А я собираюсь уезжать в Нью-Йорк, и я хотел перед тем, как я пойду, поблагодарить вас всех за то, что вы смотрели нас в этом году, за то, что вы помогали нам расти, за то, что вы советовали нам, что нам стоит сделать лучше, и вообще за то время, которое вы вложили в нас и делились вашими мнениями с нами. А я также хочу очень поблагодарить всех, кто помог нам с поездкой на CES. Мы едем на CES, и мы скоро уже туда поедем, сразу после Нового года практически, и начнем оттуда вещать на русском языке специально для вас. Отдельное спасибо нашему спонсору, магазину iCool.ru, и также нашему информационному партнеру розетки.ру. Ну и, конечно, самое главное, спасибо всем вас, что смотрели, что нам помогли вырасти, что помогли сделать их спутник таким, как он сегодня есть. Я надеюсь, что следующий год для нас будет еще более интересным и более удачным. Хочу пожелать вам самого наилучшего, чтобы у вас 2013 год был лучше, чем предыдущий год. Ну и также хочу, чтобы мы продолжали с вами общаться, чтобы мы продолжали с вами делиться нашими интересными мнениями и комментами. Так что заходите в следующем году на Geek Sputnik, мы будем на CES. Всем пока, увидимся в 2013 году, а я пошел играть в мой новый подарок.